Также вот еще раз хочу сказать, когда вот, например, едешь, да, и если полиция проехала на, например, на зеленый свет, да, а у тебя уже красный, можно ехать, ничего не будет, даже если сфотографирует, да? Или если ты, например, если едешь, если они на светофоре на красном уже проехали, да, тогда тоже автоматически за ними едешь. Потому что они решают, как и что и зачем. Да. Ну вот с такой шириной, да, вот мы сейчас здесь уже почти на полосе, и вот здесь еще половина, да, занимаем место. И еще длина необычная. Очень плохо ехать. Спереда до зада длина 23 метра у нас. Но мы там помучились, когда выезжали оттуда. Намучились они плохо. Вот видите, красный светофор. Просто едем, да, просто едем. Никто не остается стоять. Даже вот сопровождающая машина сзади, он тоже едет на красный светофор. Вот только что был красный, загорелся зеленый, так бы обратно на красный поехали. Ну вот и все, теперь можно и пристегнуться. Все, мы выезжаем на автобан. Полиция уезжает. Большое им спасибо. Хоть они иногда и противные. Но иногда и попадаются хорошие. Вот сейчас приезжали две машины, да, все молодые парни. Один братишка наш, русский. Но он сразу... Прочитал на футболке, король дорог стоит. Но по-русски не стал разговаривать. Он мне такой, ну, по-немецки говорит. Да. König der Straßen. Я говорю, ну. Ну все, вышли на автобан. Едем, парни, едем.